Итак, друзья, сравниваю карты на Android и iOS. iOS 14, Android там... Какой статьи Android, ребят? Надо посмотреть. Я боюсь вас обмануть уже который раз. Сейчас... Так, который раз боюсь. Понимаете? Они... Так, захожу в MIUI 12. Так, изменился. Так, Android 10. Android 10... Значит, карты на Android 10 и iOS, значит, 14.14 версия, да. И здесь еще у нас MIUI 12. Значит, итак, друзья, по картам. Здесь у нас, смотрите, приложение карты вот так выглядит, вот так открывается. Смотрите, приближаем, потому что я просто в шоке. А где дома-то, елки-палки, ребята? Где бы я ни был, куда бы я ни шел, на этих картах нету домов. Друзья, это что за эпик фейл? Здесь, смотрите, приближаем, у нас здесь не просто... Стоп. Ну, дома, вот они. Все, дома есть. И, значит, помимо домов, друзья, причем, смотрите, здесь вот как ни приближай, домов нету. Помимо домов здесь есть информация, видите, вот там пометки какие-то, что здесь находится и так далее. Здесь вообще их почти нету, кроме как сказка, гагаринский. Ну, короче, меньше их здесь намного, где поспать. Ну, короче, друзья, печально, что за тренд, нету домов. Ты когда смотришь на это, вообще просто жесть. Короче, о приложении сказать мало чего хорошего можно. Это какой-то ужас, а здесь у нас более-менее все четко и понятно. Хотя, если честно, я пользуюсь Яндекс.Картами, и они мне нравятся больше, чем Google карты. Ну, так как по умолчанию идут у нас Google карты, здесь у нас Apple карты, вот карты на iOS. Поэтому жирный плюс в информативности, то, что есть дома, есть номера домов. Здесь у нас здесь больше надписей, чего где находится, подписи и так далее. Здесь лучше можно разобраться, видите, вот как вот. Ну, там, допустим, здесь, ну, вот видите, конечно, есть метро и так далее. Ну, давайте попробуем. Псковская улица. Видите, она может выбрать только Псковскую улицу. Ладно. Ну, короче, Псковская улица. А дальше дописать-то. Вот маршруты есть на автобус. Так, такое ощущение, как будто дома появились. Нет, дома не появились. Так, давайте еще раз попробуем. Так, как теперь... А, поиск. Так, ну-ка, найдет он, видите, он дома знает, ну-ка, смотрите, что-то тут появилось, смотрите, какие-то деления, ну вот он показывает, по крайней мере, он знает, где какой дом находится, хоть он их и не рисует, он знает, но это тоже маленький, но плюс, но почему он их не рисует, непонятно, так что все равно, друзья, лучше карты на Android или MIUI, ну, Google карты лучше, чем карты на iOS. Вот Apple.